Сегодня покажу весь процесс создания игровой модели Kegli, от сбора референсов до интеграции в движок Unity. Модель очень простая, но именно это и позволит показать весь пайплайн достаточно оперативно, чтобы вам было понятно, как делаются похожие модели. Весь процесс состоит из шести основных этапов. Первый этап – сбор референсов. Второй – моделинг. Третий – создание UV-развертки. Четвертый – текстуринг. Пятый – рендер. И шестой – импорт в движок. В описании оставлю тайм-коды, по которым сможете перейти к нужному этапу. Все действия буду немного комментировать, но рассматривать подробно каждый этап не буду, так как это слишком нагрузит видео и продолжительность урока вырастет в разы. Если кому-то будет интересно узнать подробнее о каком-то этапе, пишите в комментарии. Сделаю на каждый шаг отдельные уроки. Всем привет, вы на канале Rable. Чем я буду пользоваться на каждом этапе? Для сбора референсов программы PureRef. Моделинг буду делать в 3D Max'е. Развертка в Rhizom UV. Текстуринг в Substance Painter. И рендер в Marmoset'е. А в конце модель закинем в Unity и настроим материал. Итак, начнем. Сначала сбор референсов. Так как модель достаточно простая, я собрал только вот такие две картинки. Одну из которых сейчас будем использовать в качестве референса в самом Max'е. Чтобы закинуть референс, я создал plane и накинул на него текстуру, сразу переименовав, чтобы потом не запутаться в самой сцене. Повернув нужным образом, я посмотрю размер самой картинки для того, чтобы сделать верные пропорции. Уменьшаем размер и адаптируем под нужное нам положение. Теперь с помощью инструмента Line я обвожу половину этой модели. Также ставлю точки на самих двух полосках для того, чтобы потом там оказались ребра. Потом такую топологию будет проще текстурировать. Кривые точки перевожу строго в центр. Теперь сглаживаю все остальные и подгоняю под нужное положение. Для того, чтобы этот сплайн превратить потом в реальную геометрию, нужно точку Pivot перетащить в самый центр координат, то есть центр модели. Это будет осью для вращения самого сплайна. Немного поправляю остальные точки, а внизу крайнюю точку я сделаю через инструмент Fillet просто скругление, так как в основании мы должны получить какую-то плоскость, на которой будет Kegli сама стоять. Теперь, накинув модификатор Lasso, мы получаем ту геометрию, которая нам необходима. Нажимаем галочку Weld Core для того, чтобы сшить вершины вверху и снизу. Теперь переведу геометрию в Editable поле и пододвину грани под рисунки самих полосок. Также добавлю одно поперечное сечение для того, чтобы сетка была равномерной. А вершину сверху немножечко опущу для того, чтобы не была такая угловатая модель сверху. Проверяю сетку и теперь перейдем к материалу. Накину самый базовый материал, дам ему имя и цвет сетки поставлю черный. Именно в таком режиме я привык работать. Цвет модели серый, а сетка черная. Переименуем нашу модель и начнем делать ей развертку. Развертку я буду делать в Rhizom UV, используя для этого мост Rhizom UV Bridge. Чтобы не экспортировать модель, потом импортировать в Rhizom, а потом с нее тоже так же самое выгружать и загружать в Max. Выделяю грани, которые будут швами.
а также выделю грани, которые будут ограничивать наши две полоски. Потом в Substance Painter будет проще их текстурировать. Все, теперь просто нажимаем Save, и Realism закрывается и переносится UV-шка сразу в Max. Это можно делать также не в Realism, а накинув модификатор Unwrap UVW, мы можем также сделать такую же UV. Теперь экспортируем модель для текстуринга. Экспортируем модель в формате FBX и поставив ось вверх, Z. Почему именно Z вверх, посмотрите мой урок в подсказке. Теперь перенесем FBX-файл в Substance Painter. Выбираем Template Metallic Roughness, расширение текстур 2K и Normal Map движок будет OpenGL, потому что будем интегрировать в Unity. Запечем некоторые из карт. Они, скорее всего, нам не понадобятся, но чаще всего их надо запекать для других моделей. Такие карты, как Workspace Normal, Ambient Occlusion, Кривизна и Позиция. Когда выбрали необходимое качество, нажимаем Bake Selected Texture. И ждем завершения запечки всех этих карт. Теперь перейдем к созданию материала. Посмотрим, что на референсе модель достаточно гладкая, глянцевая, и также есть две полосочки. Сначала выберем базовый цвет. Отключу все остальные карты, оставлю только цвет. Отражаемость и прочее настроим потом. Выбираем режим заполнения по шеллам и выбираем те шеллы, которые нам необходимы. Теперь настроим шероховатость модели, roughness. Добавим следующий слой и в нем оставим только roughness. Но чтобы он не был таким равномерным, мы добавим черную маску и к этой маске добавим fill layer. И туда именно загрузим уже нашу текстуру, которая будет отвечать за roughness. Проекцию поменяем на трипланар, для того, чтобы не было швов на краях шелла. И подкорректируем баланс. Теперь наше отражение не такое монотонное. Добавили немного разнообразия. Если посмотрим на референс, там был вариант, где кегля была достаточно такой грязной. Давайте это добавим. Заполняем. Добавляем fill layer, черная маска и также слой fill. Туда кидаем grunge текстуру. Делаем также ее трипланар. И поработаем с цветом. Цвет более темный. Текстуру grunge я возьму paint, то есть краска. Она будет больше подходить к текущей модели. Для того, чтобы не было видно вот таких вот швов, ставим проекцию трипланар. Подкорректируем баланс, чтобы текстура не заполняла всю поверхность. И также сделаем этот материал матовым, потому что сама по себе грязь, она почти ничего не отражает. Можно также к красной краске добавить немножко высоты, для того, чтобы было видно, что эта краска была покрыта над белым основным слоем. Подкорректируем базовый материал, сделаем его не таким прям белым, с небольшим таким оттенком. Сохраним весь проект и нажмем сочетание клавиш Ctrl-Shift-E для того, чтобы экспортировать текстуры. Вот такие вот карты мы будем получать. И нажимаем экспорт. После того, как экспорт закончился, мы переходим в Marmoset. У меня есть готовая сцена. Там я настроил окружение,
различными источниками света и тому подобное. Приносим сюда модели, настроим материал. Просто закидываем необходимые текстуры в соответствующие поля. Можно немного поиграться с источником света для того, чтобы добавить реалистичного объема. На этом можно и закончить. Теперь мы можем нажимать Capture и выбирать нужный нам формат. Это, например, Image to Clipboard. Я потом в Photoshop нажать просто Ctrl-V, и наш рендер туда вставится. Это нужно для того, чтобы сделать какие-то превью изображения нашей модели. Припустим, мы это будем выкладывать на продажу на какой-то 3D-сток или в сам магазин Unity Store. И там нужно нам загружать какие-то картинки, которые будут отвечать за превью нашей модели. Как раз именно в Marmoset мы это и можем сделать. Теперь переходим в Unity. Сюда мы можем загрузить сразу папку Texture и нашу модель в формате VBX. Перекинем в сцену и создадим материал. Перекинем этот материал в нашу модель, нажмем Apply и перейдем к настройке материала. Сюда закидываем Albedo и остальные карты. Так как у нас был шаблон PBR Metallic Roughness, поэтому текстуры не всегда подходят именно к Unity. Поэтому по-хорошему нам нужно выгрузить текстуры с Substance Painter именно под этот игровой движок. Там уже есть готовые шаблоны. Один из таких шаблонов, который нам может подойти, это Unity Universal Render Pipeline Metallic Standard. Создадим отдельную папку под эти текстуры и сделаем новый экспорт именно с этим шаблоном. Удалим старую папку с текстурами и перетащим туда новую. И настроим заново материал. У нас теперь три карты. Это цвет, металличность и рельеф. В карте металличность также есть карта Roughness. Это можно было заметить еще в шаблонах Substance Painter. По сути, на этом все. Теперь мы можем выбрать все необходимые файлы и сделать экспорт с Unity, получим Unity Package. Также с Marmoset получим рендер, необходимые, которые мы можем еще сделать обработку, добавить текст в самом Photoshop. Итак, первым делом мы собрали все необходимые референсы, потом создали геометрию в 3D Max. После в Eurism мы сделали развертку, закинули всю модель в Substance Painter, сделали текстуры. В Marmoset настроили рендер и в Unity интегрировали эту модель. Теперь эту модель мы можем в Unity превратить в prefab и использовать в любой нашей игре, расставив необходимым образом, например, для боулинга. На этом теперь все. Если кому-то будет интересно знать подробнее о каком-то этапе, пишите в комментарии. Сделаю на каждый шаг отдельные уроки. Спасибо за просмотр.